Всем привет! Продолжаем приключения Гордона Ферримана. Финал уже близко. Погнали смотреть, О, что будет Фримен, дальше. я вижу, устройства Магнусона сработали безупречно. Я чувствую необходимость лично поблагодарить тебя за спасение моей ракеты. Так что спасибо. Довольно болтовни. Пора запускать ракету. Конечно, вперед! Мне на миг показалось, что он тебя обнимет. Пойдем Двигаемся запускать в одном ракету. направлении. Где Оттуда удобно наблюдать за полетом. Ты сам его проверил? кнопка? Мне надо нажать кнопку запуска ракеты. И снова лифт. Конечно, тут все в лифтах, вся игра. И что это номер? Может, что-то значит? Пока ты там развлекался, я нашла старый вертолет и подлатала его. Все готово к отлету. Что за цифры Нам не дают скучать, на да? полу лифта? Вес полезного груза превышает норму почти на 5 килограмм. А в первой части ракету тоже Мы тут. запускали. Ты дрался как сам черт, сынок. Не будем забывать, что устройства Магнуссона сами уничтожают страйдеров. А мне кажется, Гордон им здорово помог. Предлагаю отложить собрание клуба любителей обоюдных восхвалений на после старта. Полагаю, мы готовы начать автоматический запуск. Предоставим эту честь Гордону. Я нисколько не возражаю. Давайте кнопку. Гордон, твой выход. Вот она, заветная красная кнопка. Створки шахты открыты. Вороны, улетайте, сейчас вас тут сдует реактивным двигателем. Подать топливо в главные двигатели. Приготовиться. 10 секунд. 10. Начинаем запуск. Пуск. 6, 5. Пошла, пошла. И правда ли ушла. Ты? Еще как летит. Да. Невероятно. Ракета ушла успешно. Праздновать победу. Надо вывести спутник на заданную высоту и транслировать сигнал. Совершенно верно. Время уходит. Еще немного, и было бы уже поздно. Все ведь получится, правда? Обязано получиться. Как только ракета окажется в непосредственной близости от портала, мы запустим заново. Предлагаю выйти наружу. Люблю наблюдать фейерверк на крыше. А как-то ракета тут полетела, а здесь никакого стекла нету, что ли? Показания полета. Вы не хотите нас проводить? Разумеется, как только освобожусь. Почему никакого стекла я не вижу защитного? Хорошо. Ловлю вас на слове. И вас, доктор Магнусон. Прик-прик-прик. Гордон, послушай Пес, меня. Вот ты где. Чем дольше я о нем думаю, что там уже песик прискакал. Это Борей, вне сомнений. Не обманывайся. Его нельзя извлекать на свет Божий. Его необходимо уничтожить. Любой ценой. Ну где же вы? Все пропустите. Уже идем. Пойдем смотреть, Гордон, как там ракета свалится. За Алекс, за всех нас. Я горжусь тобой, как гордился бы собственным сыном. Когда ты вернешься, нам о многом надо будет поговорить. Да где вы? Когда ты вернешься? Гордон, Алекс, Боже мой, только бы подействовал. Начинается портал. Мы запустили резонатор. Остается ждать. Сейчас бахнет. Получилось. Портал закрыли. Еще как закрыли. И как раз вовремя. И песик обрадовался. Бьюсь об заклад, комбайны сейчас психуют. Это точно, милая. Время праздновать серьезную победу. Жаль, что вы сразу же улетаете. Какой же тут ваше, устроили ничего, папочка.
Мы найдем Джудит и вернемся. Этот альянсу неприятности. Закрыли у них портал. Они сейчас кусают локти. Персик за успокал. Вот и наш вертолет. Заправлен и готов ко взлету. Будьте все время. Вертолет? Никто не знает, что вас там ждет. Не волнуйся, папочка, все будет хорошо. Алекс, мне жаль, что на твою долю выпало столько испытаний. Будь мама жива. Папа. Пойдем, Гордон. Идем, Гордон. Вертолет. Пойдем. Полетаем на вертолете. Вы точно ничего не забыли? Вроде ничего. Доктор Кляйнер дал нам координаты Барея. Мы останемся на прежней радиочастоте. Вдруг Джудит решит еще раз с нами связаться. Отличная мысль. Она вполне может повторить попытку. Блин, и нахрена тут лифт? Папа! Гордон, помоги! Опять эта бука прилетела. Папа! Алекс! Папа! Опять к стене придавила. Слушай, этот корабль должен быть уничтожен. Чего бы это ни стоило? Какой портал? Он так уже уничтоженный. А, на ему. Нет! Папа! Папочка! Черт возьми, отпусти его! О, и еще одна каракатица. О, Господи! Уже две. Песик, выручай. Его букашка забегала. Запищала, убежала. А где перевод? Последняя фраза почему-то на английском. Облинились. Фразу, предложение не перевели. Ого! А вот и сказки конец. Точнее, второго эпизода. Конец. Называться «Ждите продолжения». Если оно вообще будет. Но уже прошло столько времени, что, пожалуй, уже бесполезно ждать. На самом интересном, как обычно, заканчивается эпизод. Что первый, что второй и что сама вторая часть Half-Life. Клевая сюжетная линия, клевый геймплей. Поставить оценочку можно спокойно, 9,5 баллов. Отличная игра. Ну что же, все. Half-Life. Второй эпизод закончен. Ну и вам спасибо, что досмотрели его до конца. Тем, кто сначала начал его смотреть. На этом я закругляюсь. Всем пока. Заходите во вкладку плейлисты, если не бывали. Там куча всего. Найдется, что поглядеть. И до новых видео.